Привет всем. Небольшой тестик, с вашего позволения. Вперед к полям Куму. В этом квесте также дается путешествующий с вами спутник, который, как и в квесте «Ботинок ослепляющей скорости», может легко потеряться из-за кривых навмишей. Решение, которое я придумал по телепортации спутника к игроку, сейчас покажу. Также сейчас покажу озвучку нейросетями. Разумеется, ни в каком Моровинде такое даже представить себе невозможно. При выпуске обновлений в группе будет обновляемый список работающих и неработающих квестов. Что еще хотел сказать? Выход обновлений попробую отпраздновать трехчасовым стримом, где попытаюсь без консольки пройти весь квест на 7 добродетелей. У вас к этому моменту у всех уже будет это обновление. Ждем, держим пальцы крестиком, чтобы видяха не сгорела раньше выпуска обновления Droop the Sand. Мои сразу извинения за 15 FPS. Умолкаю. Да, я совершенно не умею читать по бумажке. Почему чужестранцы считают, что могут приставать ко всем со своими вопросами? Здравствуйте! Не могли бы вы помочь мне? Я не знаю, куда идти и как найти священное место, которое ищу. Я паломница и направляюсь к этому святейшему из мест, но кажется, я не могу найти его. Может, вы поможете мне? Наверняка ты знаешь местность лучше меня. Я заплачу тебе, скажем, 150 септимов. Спасибо огромное. Я знаю, что поля Куму находятся у воды, оттуда должен быть захватывающий вид. Говорят, недалеко оттуда есть ферма, где останавливаются на отдых паломники.
Спасибо за твою помощь, добродетельница. Вот плата, которая была мною обещана. Пусть все твои путешествия будут безопасными.